на 16 июля водоснабжение в селе Труслейка, Труслейского поселения возобновилось в полном объеме. Разномоментно было использование насосных линий как через порог, через накопитель, так и через дополнительную систему. Была проведена работа специалистами данного поселения с населением по врезкам, по поливу, где были несколько человек выявлены и документально оформлены. И на сегодняшний день во всех частных домах, в квартирах сельчане полностью снабжены водой. Село Визовый Гай Старокулацкинского района. У нас там имелись проблемы с водоснабжением населенного пункта. Дефицит воды из добываемого из водоисточника. Для решения проблем были проведены работы по промывке скважины с целью увеличения ее дебита. Также установлен глубинный насос большей производительности ЭТВ-6-10-140. Указанные мероприятия позволили обеспечить село Визовый Гай холодным водоснабжением в полном объеме. То есть у нас ни жалоб оттуда не поступает сейчас, и в полном объеме обеспечивается весь населенный пункт водоснабжением.